Вау! Сегодня прекрасный день, и я рада провести его в вашей компании, друзья. Ведь вы самое лучшее, что есть на свете. Травяной чай. По-прежнему. Если еще раз увидите меня с кофе, можете наругать меня в комментариях. Да, я бросаю! Если вам это сказала, значит мне уже деваться некуда точно. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждет видео под названием «Экстремальные лайфхаки для красоты». Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Считаем 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, успел. Ваша удача отправляется к вам вот так вообще от всей души, от коня, от меня и от кота. Но мы начинаем экстремальные лайфхаки для красоты. Погнали! Что ты, моя маленькая, загрустила? Чего не нравится? Мед! А у кого-то, мне кажется, может быть аллергия на мед. И еще один такой важный момент. Ты это в поле или возле деревьев, где есть улей, не мажешься медом, пожалуйста, не мажься, не надо. Просто так тебе мой совет. Непрошенный, нежданный, незваный, но полезный. Нифига, у нее мейк. Боже, я когда-то раньше для видео так красилась, так же кошмар. Просто с меня сыпались блески по всему квартире. Коты в блесках, я в блесках, все в блесках. А, давай, фигня. Что не так? Это у нас тоник или что? Это гель какой-то. Она пропитывает свое лицо вот этим вот гелем, пропитала. О, теперь она берет другой гель, ролик, и начинает массировать свое лицо маленьким, большим, добавляет лауреам и шестве. И такая, она, пойду-ка спать. Боже, я сегодня какая-то странная, или мне кажется? Или я всегда такая? Так, смываем макияж, боже. У нее ногти длиннее, чем у меня. И это наверняка неудобно, потому что я уже задолбалась. Мне с ногтями неудобно краситься. Какая белокожая женщина. Вы видите, у нее лицо отличается от шеи. Почему, интересно, так? Я задумываюсь обо всем. Не надо так на меня смотреть. А, обалдеть, ну правда отличается же лицо. Белое. Чистое, может, потому что. Может, она почистилась хорошенечко. О, это капец, как накладывают какие-то формочки, знаете ли, чтобы лед заморозить. Тут то же самое, только накладывают краску. А, я красила пару раз брови дома. Ужас. Ну, вы понимаете, да? Что такое? Нормально, ложитесь в волосы. Все, у нас с вами маникюрчик. Кот идет к нам, сейчас придет. Надеюсь, вы его увидите. Мур-мур-мур, мой мальчик. Сейчас он запрыгнет на стол. Кот, давай. Нет, он пошел в другую сторону. Жаль. Все, добавляем лунный эффект. Какой офигенный. Русалочный, но он уже не в моде, кстати. Я должна была это сказать. Ты говоришь, иди ко мне. У нее притча, как у меня почти. Только у меня более юношеская такая. У нее такая, знаете. Но у меня, короче, кудряшки. У нее не такие кудряшки. У нее другое. У меня другое, у нее другое. У меня вот другое, а у нее другое. Смывай давай. Она без макияжа, красотка. Мне так нравится, когда они вот этой ложкой залазают в банку, это потрясно. Мне так нравится. Я прям сама обзалезла. Надо пойти купить срочно сейчас какую-нибудь себе маску и залезть в нее. Класс! Класс! Это у нас кремат, туда-сюда, база, не база, Кармекс у меня такой есть. Нифига, нормас выглядишь. Хорошо. Итак, у нас сейчас будет процедура. Вот так. Массаж, проминаем все личико, накладываем всякие эмульсии, вот так и шейку. Боже, как это приятно, как это хорошо. Оп-оп. Выдавливаем все, что не нужно. А она чистит это руками. Интересно. Лицо уже, посмотрите, приобрело розовый оттенок. Но это не означает, что от здорового.
это может означать, что от трения. О, золотистая альгинатная маска. Клеопатра бы оценила. Сказал бы хо-хо-хо-хо-хо. Капец, она, смотрите, она лежит такая, она как какой-то персонаж из какой-то сказки. У нее идеальная сейчас кожа, вот эти ее бирюзовые волосы, и это все выглядит так. Смотрите на нее, она не с этой планеты, я уверена. Это зачем? Это зачем? Это что? Мне неведомо такое. Правда. В общем, ребята, если вы знаете, что это такое, вы можете написать мне в комментариях, пожалуйста, об этом. Я не знаю, зачем проделывают дырки над верхней губой. Это как-то анти-бьюти. Если бы я наносила такой слой корректора себе на века, я бы отвалилась. Точнее, веки бы мои отвалились. Это, конечно, хорошо. Ты такой макияж делает тебе огромное веко, если оно у тебя узкое. Но в то же время этот макияж придает возраст. Не забывай об этом. Если ты хочешь выглядеть такой статной дамой, то да. Ну, капец. Ну, капец. Для меня это слишком много нынче. Нынче я легка. Легка. Меня бесит моя прическа сегодня. Дико. Я не знаю, у меня как будто бы волосы не мои. Вот что это сверху? Объясните! Хорошо, что вы этого не видите, если я сижу вот так. Ну, посмотрите, как это взросло выглядит. Это очень взросло. Безусловно, это слишком взросло. Я просто хочу две мысли в один момент озвучить, и получается, у меня одна начинается, а другой заканчиваю. Ого, какие брови у нее. Брови, брови. Наши брови. А реснички-то какие у нее хорошенькие. Ей не нужно даже наращивать их. Очень красиво. Просто это как, знаете, чистить ковер. Там почистил, тут постриг, там протер, там сделал. Это просто, да, это всего лишь бровка. Еще подстриги. Не знаю, я ничего не делаю с своими бровями, мне просто брови. Брови да брови. Ну просто брови. Без всяких там четких. Вау! Отклеивай давай! Мне кажется, в этих масках самое приятное это их отклеивать, потому что ты не ходишь вот так, как манекен. И все. Меня поражают вот эти волосатые ногти. Действительно, они как волосатые, или как жалюзи на окнах. И ты такой, у-у-у. Вот вообще, как можно 10 ногтей у тебя, и ты на каждый накладываешь одинаковое количество и распределяешь, чтобы это было без бугров, без комков и прочее. Капец, надо быть супермастером маникюра. Не знаю, вот представьте, ты мастер маникюра. Ты должна знать 25 маникюров, 35 маникюров, 29 покрытий. Как что смешивается? Ну, ты должна уметь нарастить, спилить, обработать и все остальное. Это же целая наука. Серьезно. Значит, приходит такая дама и говорит: я хочу то, не знаю что, но сделай так, чтобы было классно. Ты делаешь. Она говорит: а это слишком для меня, снимай. Мне подруга, она занимается маникюром, рассказывала эту историю, это было ужасно. Она говорит, я 4 часа и делала ногти, офигительные, модные сделала. Она говорит, ой, это для меня чересчур. А она говорит, ты что молчала предыдущие 3 часа? Офигеть, как радужно. Вау. Единорога не хватает? Да. Да. Ой. Ой. О, это ламинирование ресничек. Раньше я делала себе эту процедуру, но она так недолговечна. И ресницы все равно приходится красить. Потому что они у меня сами по себе не особо длинны. Па-бам! Красотища-то какая! Ну, если бы у меня были такие ресницы, я бы их берегла. Берегла!
блин, в чай какие-то палки. Хороший макияж, смотрите, какой он у нее. Такой естественный, вообще такой милый, такой женский, такой летний какой-то. Он такой не сочный, а свежий. Та-да-дам, я обожаю смотреть, как кто-то что-то делает со своим лицом, наносит всякие сыворотки, не сыворотки, умывается, и потом пам-пам-пам. Вот опять они своей ложкой лезут, и меня это заводит. Я не могу. Больше ложек, больше масок. Я так люблю маски, боже мой. Наверное, вот если меня спросят, твой любимый бьюти-продукт, я отвечу: маски для лица и крем. Все, правда? Если про уход мы говорим. Не сыворотка там, не скраб, не пилинг. Вау, тут женщина-робот. Кстати, это инфракрасные лучи специальной длины, которые проникают в кожу и делают ее более упругой. Какой-то из лучей, например, красный избавляет от акне, синий подтягивает. Это, кстати, тема, вот эти маски. Не дешевые они, но я видела такого Ким Кардашьян. А, видео закончилось, я еще болтаю, да? Ну, такая, да. Я закончила видео, оно закончилось. Вот если оно вам понравилось, поставьте лайк, пожалуйста. Вот там, вот пониже чуть-чуть этого видосика, будьте так любезны. И если вам нравится этот канал и, собственно, этот конь, подпишитесь на него. Подпишитесь, да. Все, я вас люблю, целую, пока.